Всем привет! Рада приветствовать вас всех на своем канале. Сегодня у нас видео будет посвящено вечеру, вечерним рутинам, вечерним, в общем, приготовлению ко сну, приготовлению дома ко сну, приготовлению меня ко сну. Вот у меня сейчас на голове маска для волос масляная. Сейчас я планирую помыть голову, смыть эту маску, а также сегодня буду делать такой домашний пилинг под ягой. Покажу вам, как это буду делать. Для пилинга берем порошок бодяги, какую-нибудь неметаллическую емкость насыпаем, ну вот, примерно вот столечко, то есть совсем немножечко. И заливаем это все дело перекисью водорода, обычной 3%. Просто вот на глаз вот так вот делаем. Вот так вот. Так, перемешиваем. Это я перемешиваю пинцетом. Он у меня пластиковый, неудобно перемешивать. В общем, вот так вот она перемешалась, и она сейчас будет пузыриться. Нам нужно, чтобы это была очень-очень жидкая кашица. Вот, видите, она начала пузыриться. Это значит, все правильно приготовлено. Перед тем, как нанести пилинг на лицо, смываю маску. Я пользуюсь органовым маслом для маски. Органовое масло очень легкое и смывается очень просто. Я только один или либо два раза максимум наношу шампунь, и масло смывается без труда. Перед нанесением пилинга очень хорошо очищаю лицо. У меня это гель-скраб. И начинаю наносить на лицо свою заранее приготовленную кашицу. Наношу очень нежно, массирующими движениями. Начинает покалывать сразу, как будто множество иголочек впивается в кожу, поэтому массирую очень и очень легко. Смываю прохладной водой и чуть-чуть промокаю свежим чистым полотенцем. После такого пилинга лицо, во-первых, красное, и оно такое, знаете, колючее, то есть как будто вот в вас вонзились много-много иголочек. Такое вот я его сейчас трогаю, и мне колюче. Вот, в общем, после того, как я смыла это все дело водичкой, просто брызгаю мироместин обычный, вот так вот разбрызгиваю. Разбрызгала, у меня это все так высохнет сейчас. Я буду сегодня спать обязательно на чистой наволочке. По моим прогнозам, буду ожидать полного обновления кожи через 5 дней. А сейчас наношу на кончики уход и буду готовиться уже к уборочке вечерней своей. Протираю тряпочкой раковину от капелек воды, чтобы поддержать чистоту, а также, ну так, по верхам вытираю пыль, ну, без фанатизма. И у меня ребенок начал ходить в туалет в унитаз, поэтому каждый вечер я протираю так тряпочкой унитаз, чтобы там все было чисто и ничего не оставалось. Уборку кухни начинаю с обеденной зоны, убираю со стола все ненужные вещи, также протираю стол. После
ужина мы обычно занимаемся детьми, купаем их, укладываем их спать, занимаемся с ними и как-то не до разбора тарелок. Поэтому уже когда все спят, я занимаюсь разбором посудомоечной машины, загрузкой в нее грязных тарелок, вилок, ложек, в общем, всего-всего. Вообще, это самая долгая и нудная часть всей вечерней уборки, но я думаю, что домохозяйки меня прекрасно поймут и поддержат. Сейчас мою предметы, которые либо нельзя мыть в посудомойке, либо они просто не поместились туда. После того, как я разобралась с посудой, не забываю ополоснуть раковину, около раковины, а также протираю всю поверхность столешницы. Очень люблю чистить плиту вечером, когда тихо, когда никто не мешает. И вообще очень люблю убираться в тишине, когда уже либо все спят, либо спят только дети, муж работает за компьютером, либо читает книжку. В общем, нравится мне тишина. Обязательно каждый вечер меняю кухонное полотенце на свежее. А также готовлю с вечера детям кашу на завтрак. Я обожаю мультиварку, очень люблю делать каши в мультиварке. Очень удобно, я просыпаюсь, каша уже готовая, горячая, настоявшаяся, вкусная и свежая. Так выглядит моя кухня после вечерней уборки. В зале первым делом убираю вещи с батареи, которые сохнут после вечерней прогулки. А также стараюсь каждый день, либо через день, поливать цветы и опрыскивать их, потому что у нас очень сильно топят батареи, и влажность не такая уж прям и хорошая. А увлажнителем мы пользуемся только в детской. Разбираю мой вечный хотспот камин, за день на нем накапливается много всего интересного. Чисто, уютно, а главное тихо. И в конце в прихожей разбираю свой хотспот, это шапки и перчатки. Также убираю сумки, в моем случае это рюкзачок. Всем спасибо за просмотры, подписывайтесь на меня. Увидимся в следующих видео. Пока!